Мне даже не верится, что национальному телевидению всего лишь 2 года. Почему? Потому что у меня такое ощущение, как будто оно, национальное телевидение наше, родилось давным-давно. Вот потому что оно так ворвалось в нашу жизнь и в мою жизнь, что я уже не представляю свою жизнь без национального телевидения Чувашии. Знаю, что расти непросто, нелегко, но на наших глазах национальное телевидение набирает обороты. Программы, передачи становятся все более насыщенными по содержанию, по смыслу. И это, естественно, радует. Я желаю всем, кто работает в национальном телевидении, успехов, творческого горения. И я верю, что придет время, национальное телевидение для жителей Чувашии станет одним из самых любимых каналов.